I am in Sun City, South Africa for the 2012 Chairman Summit, and I'm here with the top 500 sales leaders for Tupperware Brands. Tupperware Brands products are sold in more than 100 countries through a sales force of 2.6 million. And I am really fortunate to have the opportunity to travel all around the world and meet many of these amazing women and share their inspiring stories with you. I am with Natalia Serbina from Tupperware, Russia, where she is a distributor. Dobry день. Dobry день. Thank you for joining us this morning. Are you having a good time here in South Africa? Прекрасно. Это незабываемо. Tell me about your distributorship in Russia. What city are you in? Наш дистрибьюторный центр находится в прекрасном городе Нижнем Новгороде, городе-миллионнике. Открылся он в 2006 году. Ему более 5 лет, и на сегодняшний день в нем работает 600 консультантов, 50 менеджеров, 6 премьер-менеджеров, уже 3 региональных директора. When you first got involved with Tupperware, would you describe yourself at that time as a very confident person? Наверное, нет, потому что я только закончила высшее учебное заведение, получила высшее образование, и, в принципе, Tupperware – это школа жизни, да, именно здесь я всему научилась. Это моя первая работа, любимая работа навсегда. Well, how has your life changed since you started with Tupperware Brands? Прежде всего, я стала очень в себе уверена, люблю людей обучать, делать их счастливыми, открывать им возможности. Do you see that you're able to teach people to be confident, or is how does someone get confidence? Прежде всего, Tupperware дает для этого все возможности. Мы, привлекая людей, их бесплатно обучаем. Это самое главное. Проводим с ними первую презентацию, тем самым вселяя в них большую и большую уверенность. А первый заработок, продвижение по карьере, дает возможность работать с людьми, расширять круг своего общения и, естественно, становиться руководителем. Руководителем, а значит, быть более уверенным и в общении с людьми, и в семье, и быть более свободными. I've heard you be described as a very inspirational leader. Can you describe your leadership style for me? Наверное, мой стиль главный – работать с каждым, продвигать каждого и открывать возможности каждому. И сейчас я работаю с людьми с ограниченной способностью, с глухонемыми людьми, и хочу, чтобы эти люди тоже имели возможности, продвигались, зарабатывали, становились свободными. И, в общем-то, возможно, мое обаяние, мое открытое сердце позволяет этим людям приблизиться ко мне. А я, в свою очередь, все, что умею, всегда отдаю им. И мое главное кредо – больше отдавать. И чем больше отдаешь, тем больше получаешь сам удовлетворение морального. И, в общем-то, видишь, как люди меняются на твоих глазах.